4-й студенческий форум, вот это устроен, перспектива есть? Разрешите считать так людям? Студенческий форум по трудоустройству – это уникальная возможность найти свое место на рынке труда, получить возможность узнать о вакансиях и о требованиях от представителей организации. Цель нашего мероприятия – движение интересов работодателей и выпускников, обеспечение выпускников рабочими местами, а работодателей – квалифицированными специалистами. Проблема трудоустройства в современном мире является самой актуальной для молодых специалистов. Ачинский филиал активно сотрудничает с Центром занятости населения города Ачинска с целью успешного трудоустройства выпускников. Для приветствия участников форума слово предоставляется заместителю директора по учебной и научной работе Ачинского филиала Красноярского государственного наградного университета Елене Юрьевне Солодиной. Внешние, внутренние на нашу жизнь, мы живем и развиваемся.